Историческая справка. За день до Куликовской битвы русское войско поймало правую руку Мамая, Батыя. И так в шатре у царя. Царь, батюшка, мы мусульманина поймали! Чего вы поймали? Это потому, что я вас заметил, елки-палки. Уединились там в лесу вдвоем. Че, рассказать? Короче, сидят. Ты давай аккуратней, понял? Не дергай меня. Ты понимаешь, сейчас лиса проснется, может за голову укусить. Тихо. Это абсурдный юмор. Ну что говори, бусурмане? Так, подожди. Давай сразу договоримся. Мы на каком языке будем с тобой общаться? Потому что мало ли сейчас в зале окажется какой-нибудь дотошный мгимошник. Я не буду пальцем показывать, это Абрамов. Скажет, ага, они в то время не могли на одном языке говорить, это недостоверно. Вот тебе... Поэтому давай сразу договоримся, на русском. Все, не заморачивайся, ну да, это премьер-лига, поехали. Говори, сколько вас? Так, подожди, мы только что с тобой договорились. По-русски правильно не сколько вас, а сколько вам. Так что давайте быстренько по пятихатке скинулись и все, расходимся. И про этих двух архаровцев я тоже забываю. Давай. Эй, аккуратнее я тебе сказал, понял? Говори, сколько лошадей? По ПТС 180, ну растаможки можно еще сделать подешевле. Ты можешь меня не дергать? Лошадей, короче, 7948. Сколько лучников? Лучников 19544. Во сколько нападете? 7 часов 42 минут 15 секунд. Когда у вас... Подожди, вот эти цифры кто-нибудь записывал сейчас? Вы понимаете, я их наобум говорю, я просто не смогу потом повторить. Давай дальше. Говори, бусурманин! Так, все, не называй меня больше так, понял? В Москве вот только-только этот национальный конфликт утихомирился, а ты опять начинаешь меня провоцировать. Это. Давай как-нибудь по-другому. Ладно, говори, холоп! Нет, давай, бусурманин. Говори уже! Ничего я тебе не скажу, понял? А задай по сценарию уже, а? Согласен, просто у него морда противная, серьезно. Еще тем более, как вспомни, как они вдвоем там сидели, вот это они здесь. Эй, пс! Я пришел спасти тебя, бежать нам надо. Наконец-то, а где остальные? Остальные пока по Москве шли, на работу устроились. Вот придурки. Или молодцы. Ладно, короче, спасаться нам надо. Ты давай беги, а я их отвлеку. Давай. Точно, точно. Друзья, враги, я расскажу вам одну тайну. У нас есть великий хан, и у него очень мощное войско. И чтобы с ним встретиться, вам сначала надо у его сына, у Хан Ханыча. Сначала надо, короче, к черту аллегории, финал надо выиграть, короче, понимаете? Царь, батюшка, не вели козлить, вели слово молвить! Эх, нифига себе! Ну что, по-настоящему ударился, что ли? Вот это самоотдача! О, соединительная гласная. А чего вы мне сразу не сказали, что вы так сильно хотите финал, и что без вас там будет скучновато? Так что давайте, тогда я буду сильно вам помогать, правильно? Учись, Абрам, как надо КВН играть. Давай, давай, угадай, в какой руке боль? В этой. Правильно, а тут нежность была. А ты боль выбрал. Не выбирай больше боль, понял? Понял. Молодец. Что говоришь, мальчишка? Не слышу. Я понимаю, да, это камызяцкие шутки, я знаю, что. Но она смешная же. А я ребятам помогаю, чего вы хотели? Все, давайте. Эминем. Пу, Эминем говорю, Эминем. Ты давай, братан, не чисти. Не чисти, понял? Что, мы теперь все камызяцкие шутки будем говорить, что ли? Давайте что-нибудь свое, я не знаю, там, ну... Так, подождите, Дорохов звонит. Алло. Ты что плачешь?
Это, братан, я на КВНе в Москве. Давай, тебе на Е. Ёлки-палки, айфон сложил. Азан, ты можешь вообще помогать? Ты тоже КВНчик. Эгегей, один за всех и все за одного. Держи гитару. О, абсурд, обожаю. Ребята, сейчас мы вам с лисички песенку споем. Давай, Патрикеевна. Тебе в какой тональности? Все, Азамат, не надо, спасибо, не надо нам помогать, друг. Да ладно, ребята, че вы? Да ладно, дружище, че ты? Как его зовут? Армен. Армен. Царь. Это царь Армен. Не обижайся, сейчас не время обижаться, ребята, понимаете, это очень важная игра, это полуфинал, понимаете? Как вам объяснить, полуфинал? Короче, вот есть финал, а вот есть полуфинал. И вот команды, они копошатся, понимаешь, они хотят туда, понимаете? Это длится уже больше полувека. Полувека. Короче, есть век, а вот есть полувека. Да понятно.